Так, ну что, реп давно не играл в Сионике. 2275 год. Так, ну сразу с паузы снимем, мы посмотрим чисто, какие события тут у нас. Лидеры бездействующие не надо, звездные действия, физику. Так, это, а, покров. О, ну это мы сохраняемся тогда. Так, надеюсь, оно запомнит. Подожди. В принципе, то же самое. Так, давай. Покров. Так, входим. И что у нас там? Безбрежная пустыня, были перед нами, расстилается безбрежная пустыня, мы были здесь прежде. Шалакул, Милем Зунак, что-то возникает из песка, трудно разобрать. Жараби Меласук, слова, подобные грому, порождаются ртом, совсем для этого непригодным, мы вынуждены отвечать. Ё-моё. Интересно, что ответить. Ну давай, допустим. Ничего похожего, в принципе, тут нету. Малак. Ничего не ясно. Ну давай. Третье вот это выберем. Получен дар. Нашим телепатам удалось установить временный канал коммуникации между покровом и нашими звездолетами. Обычный износ, от которого страдают все звездолеты, почти полностью исчез в наших флотилиях. В результате стоимость обслуживания значительно уменьшилась. Ну, пускай будет так. Так, кто это у нас тут? Изучил систему. Так, давай дальше. Не помню, стоят там на автомате, нет. Помню, что колонизируется планета у нас, где рубрикатор был. Так, это где? А, это у нас какая-то цепочка. Древние боги. Цепочка событий. После многих дней и значительных усилий ведущий ученый экстраперфекцион питомец обнаружил вероучение неустрашимого скромный свиток, покрытый прочным пластиковым полимером. Свиток отправлен на корабль Ребус-4 из Покрова для дальнейшего анализа. Так, и что? И у нас там третья система. Так, вначале систему изучаем. Три подряд вот тут системы. И надо еще их застраивать. Этот у нас что делает? А, это туда я хочу. Так, по планетам потом пройдемся. Так, строители у нас что? Так, нет приказов. Надо что-то строить, ребята. Мародеры тут. Тут вода у нас. Тут кто? Какая-то флотилия. Мне кажется, надо системы какие-то отбирать. А, у меня влияние нет, я понял. Ну это ладно тогда. Так, что-то у меня с базами улучшились, да? Так, корабли, верфи. Пройдемся по верфям. Так, сборочная верфь титанов, ионная пушка, пушечная батарея,
Это я здесь ставлю. Титаны, может, начать строить. Надо флотилию сейчас выбрать. Сплавов что, 9000? Так, ну ладно, тут понятно. Здесь улучшаем. Кстати, сплавы на это-то уходят. Тарак, это где у нас? А, это здесь. Это вообще здесь. Это уже улучшается. Ну, пускай до цитадели все улучшается, чё. Дальше сплавов не хватает. Пускай копятся сплавы, короче. Давай тогда заодно по планетам пройдемся. Так, вынос перфекс. Это у нас кто? Ветеранская черта. А что ему надо? Он у нас на корабле. Эффекты государства, советника. О, вот для научных кораблей возьмем. Так, раскопки. Странные потоки. А, раскопки даже завершены. Интересно. После перекалибровки датчиков с учетом помех было сделано новое открытие. Заброшенная научная станция на ближайшей Луне. Из почти полностью сожженных записей удалось восстановить фрагменты данных, описывающих эксперимент с применением гигантского искусственного магнита на поверхности планеты. Эксперимент прошел даже слишком успешно. Вся металлическая кора планеты превратилась в расплавленные озера, а электромагнитный заряд был настолько мощным, что мгновенно поджарил научную станцию. Что ж, прогресса без жертв не бывает. О чем мы потеряли? Что-то нет? Вроде нет. Ну, ладно, отлично. Так, это у нас кто был? Ага, археолог наш главный. Так, поищем раскопки. Журнал. Так, это где? Это здесь враг какой-то. Надо туда прорваться, кстати. А как прорваться, тоже не ясно. Ладно, следующую поищем. Дыра в земле. Это у нас здесь. Наверное, в эту сторону мы сейчас и отправим. Давай копай здесь. Так. О, влияние это надо. Процесс изучения, корабль-призрак. Мы зашли в тупик с флотом, который якобы принадлежит государству корабль-призрак. Он проигнорировал большую часть наших попыток вступить в переговоры, но, насколько мы можем судить, он представляет нейтральное образование, которое не входит в общую галактическую цивилизацию. Мы подозреваем, что если у этого флота есть владелец, в классическом смысле, для вступления с ним в контакт, нам придется предпринять беспрецедентные меры. С учетом этого мы составили краткое резюме всех полученных выводов, к которым смогут обратиться будущие ученые в случае, если такая возможность все-таки возникнет. Ну что ж, будем ждать. Так, а что у нас? Колосс есть? Нам галактические надо эти. Чудеса галактические. Нам надо построить... Так, где-то мы мега-сооружение должны построить. Так, что он нас строит? Вот, 38%. А что он строит, я не помню. Он сферу Дайсона, Рой Дайсона строит. Так, это где? Угу. Так, аномалия. Аномалию учим. Две штуки даже. О-о. Вода объявляет войну к Тулу. Ну... А, они вот тут вот. Ну пусть воюют. Если что, их поддержим.
как-нибудь. Где у них флоты хоть посмотреть? 15 тысяч. А у этих чё? У этих 9 тысяч. Ну, вода сильнее должна быть. Поэтому чуть что мы... Так, выберем. Прикогнитивный интерфейс. Интересно. Что-то псионическое. Так, физика. Прыжковые это не будем брать. Прочность щитов. Стоимость, шифровка. Давай все это поберем. Шифровку эту всю. Крейсера. Металлург. Это нам надо, наверное, да? Здоровье платформы. Ну, раз тут у нас все выучено, может тоже на автомат ставить? Автомат, наверное, ставим. Ну и что? Че? Ну, металлург и автомат. Вот так. Похоже, астероид Z9285 и окружающий мусор — это остатки бывшей планеты. Глубоко внутри этого астероида мы можем найти следы очень ценных сплавов. Мы также обнаружили признаки существования бактерий, которые погибли в космическом вакууме. Очевидно, когда-то на этом небесном теле могла зародиться жизнь. О, демонстрация силы. Это у нас что-то на фланг 2А. Пускай себе воюют. Буря. Так, насчет наших флотов. А, ладно. Сплавов нет пока. Гордость Нефри. Так, артефакты надо потратить. Вооруженный корабль, найденный брошенным на орбите планеты YU-5800, называется «Гордость Нефри». Его легкий каркас и оборудование для повышения маневренности указывают на то, что он был построен для миссий дальнего патрулирования, но впоследствии переоборудован в стратегический бомбардировщик-невидимку. Судя по записям корабельных переговоров, его сбил и захватил партизанский отряд мятежников, когда он направлялся для нанесения удара по секретному комплексу под названием «Лаборатория ЗВАН», где якобы содержалось оружие настолько мощное, что позволило бы им выиграть войну. Мы извлекли из навигационного компьютера координаты места назначения корабля. Так, проект. Не, ну конечно мы проект создаем. Так, это у нас кто? Нет приказов. А где проект? Здесь, наверное. Так, колосс. А, вот оно почему. Нам же надо колосс изучать. Я не понял, я отменил и типа обнулил, что ли? Ну ладно. Какая-то где? Так. Давай-ка проект изучай. Так, и нам надо артефакты потратить. Так, артефакты потратить. Что у нас есть? Этого ничего нельзя. Так, 150. Использование благ. Давай. Ничего больше ничего нельзя, да? А куда их девать тогда?
На что-то надо тратить. Так, ребуч 6. Сюда. Так, выполняется особый проект Колосс. System survey complete. New frontiers established. Так, колония основана. Улучшаем. Так, что здесь у нас будет? Особых свойств никаких нету. И что нам надо вообще? Может, расчистку делать? Раз, два, три, четыре, пять. Что у нас будет? Горные районы, энергетические, энергетические. Что делать-то? Энергию. Минералы вроде есть прилично, пища есть. Исследователь, центральный шпиль, так, шахтеры, так, деятельность надо им. Три точно пускай строят. Так, это чё? Ну и что? Пускай тусуются. Земле это у нас археолог копает. Так и называется, копаем. Расчищать завалы — дело утомительное и опасное. Рабочих и оборудование нужно опустить на сотни метров вниз до места раскопок, а извлеченные камни нужно поднять наверх. При работе в таких тяжелых условиях было множество несчастных случаев и жертв, но мы делаем успехи и с каждым днем спускаемся все глубже. Стены кратера обветшали и растрескались от времени, но безошибочно идут прямо к ядру планеты. Мы по-прежнему можем только предполагать, какая здесь глубина, так как что-то в этой бездне искажает показания всех наших датчиков. Так, что там по минералам, по сплавам? Блин, надо куда-то малые артефакты задевать, а куда? Так, управление флотилиями. Титаны. Давай создавать. Чё, два титана строятся, да? Мир окопов. Это где? О, замечательно. Систему надо здесь делать. Так, а у нас тут что? Ближайшие вот эти, да? Надо в ту сторону это делать. Так, станция, потом форпост сюда. И потихоньку до туда дойдем. Ватка самодержится. Так, ну тут у нас фланг 2А. Что-то там новый мировой порядок. Сергокская цивилизация, фанатичный авторитаризм. Ладно, мне-то что? Так, приказов нет, давай сюда. Жалко эти, блин, уроды.
псионики тоже должны быть. Так, проект. Это у нас что из покрова изучает? О! Вот это классно. Квантовая катапульта. Давай выучим что. Какое-то, кстати, сооружение у нас мы можем строить. Так, какое там? Кольцо, гипертранслятор. Рой Дайсона. Обитаемый комплекс. Нет, мы даже еще не выучили ничего. А, у нас минералов. О, этих сплавов нету. Вот это нам надо место научного комплекса строить. Блин, надо сплавы срочно. Может быть, купить? Нет. Энергии тоже у нас мало. Да, печаль, конечно. Ну, сейчас Рой Дайсона достроится. Так, это у нас что? Разлом. Место вылупления. Питающиеся звездами. Детеныши начали вылупляться. Это что-то с яйцами было у нас. На земле уже не протолкнуться от тысяч огромных крылатых зверей, высовывающихся из скорлупы. Всего несколько минут, и вот они уже встали на крыло, и небо потемнело от полчищ летающих созданий. Как в этом фильме Риддика, где эти летающие твари в темноте летали. Как это ни странно, но мы пока не зафиксировали, чтобы они питались другими живыми существами. Инстинктивное стремление подняться как можно выше может свидетельствовать, что их подпитывает энергия звезды. Движение крыльев, отдаленно напоминающих плавники, схожи с тем, как обычно ставят парус. Они словно стремятся получить как можно более сильный импульс солнечного излучения, придающего движение. Подобраться поближе и держаться на расстоянии. Давай поближе подберемся еще. Так, объявился перником. Так, это у нас кто? Командуют суперкорытом каким-то. Ну, адмирал, конечно. Древние боги, святилище, воспринимателя. Цепочка событий, святилище древним богам. Ведущий ученый экстраперфекцион питомец прислал доклад из святилища воспринимателя. Его стены покрыты логарифмическим письмом, которое сложно было разобрать под слоями защитного лака. Первоначальные попытки расшифровать текст потерпели неудачу. Грамматика сильно отличается от известных нам языковых групп. Команда корабля «Ребус-4» из покрова пыталась счистить защитный лак, но не преуспела. Миссия была на грани провала, в первую очередь из-за расстройства постоянными неудачами, но затем экстраперфекцион-питомец все-таки разобрал четкие строчки целостного текста. Команда сразу воспользовалась этими строками как основой. Вскоре полстены и потолок оказались расчерчены спиральными узорами, формирующими часть общей картины, которую, как мы полагаем, дополнят тексты из других святилищ. Так. Откровение.
полное вероучение богов, а именно так, по нашему мнению, следует воспринимать эти тексты, стало для нас откровением. Тихо. Это что у нас? Политическая целина? Так. Молодые движения проявляют неожиданный интерес к нашей новой колонии на планете Рубрикатор Реликтовый. С того момента, как мы объявили, что эта скромная планета станет местом для нового поселения, не высказались о нем лишь самые ленивые наши политики. Наши аналитики не ожидают, что на планете Рубрикатор Реликтовый может зародиться какое-нибудь радикальное движение, но они все равно советуют проявить осторожность. Очевидно, что этот молодой мир скоро станет ареной ожесточенных баталий самых разных политических образований. Так, что нам делать? Ну, у нас авторитаризм стал. Следить внимательно. Доклад о политике на планете Рубрикатор. Так, единство. Это нам не надо, минус. Политические запреты. Ну, пускай вот это будет. Так. Полное вероучение богов, именно так, по нашему мнению, следует воспринимать эти тексты. Стало для нас откровением и в то же время разрушило фантазии, на которых зиждились наши древние религии. В контексте нашего народа эти тексты явно указывают, что нам было предначертано прийти к величию под руководством сильного религиозного лидера. Мы должны стать богами, но наше прошлое полно несбывшихся пророчеств и грехов, порожденных невежеством. Искупление эфемерно. Так, не оглашать полученные сведения. Завершает цепочку. Получается влияние. Не знаю, не знаю. Мы можем на этом заработать. Это нам неинтересно. Но чему нас это может научить? Так, социология завершает тоже цепочку. А вот это вот мы идем по стопам богов. Пускай на спиритуализм меняется обратно, наверное, да? Для прикола надо посмотреть, где у нас вообще так расы, где наши принципы вообще записаны. В правительстве или где? Так, так, так. Контакты, может. Покров. Так, может, вот тут вот авторитаризм, ксенофилия. Ну так у нас спиритуализм так и есть. У нас пацифизм убрался. Был пацифизм вот здесь. Ну давай вот это вот единство возьмем. О, фанатичный стал с ксенофилией. Ну, ну и пускай, ну хорошо. Так, системы кто-то изучил какие-то. Так, здесь ничего нету. Дальше сюда. Так, а ты дальше сюда изучать. Так, этот построил, сюда сейчас летит. Стоимость строительства. Ну давай возьмем. Что там про этот колосс? Долго будет? Да, прилично. Станция куратов. Кураторов уничтожено? Что? Антенны дальней космической связи уловили короткий автоматический сигнал бедствия, исходящий от станции кураторов в системе Эковира. Трансляция прекратилась через несколько минут, и наши зонды
глубинной разведки или глубиной разведки подтвердили уничтожение древней космической станции. Судя по ионным следам, кто несет ответственность за это нападение? Ах вы уроды! Ах вы супостаты! Надо их гасить, мне кажется, быстрее. Где эти? Вода, вот она. Воевать поди будут. Так, кто там? Совет на каникулах, ну и пускай. Так, это у нас кто? Ученый. Пропавший в бою, причем. А где он? А, он в этом. Эйбуч 5 иной. Он у нас в разломе. Так, землекоп, ценитель древностей, утилизатор. Ну пусть землекопом будет, что. У звезды Гелита не хватает планет. Все расчеты указывают на существование в системе большого числа небесных тел, но обнаружить их никак не удается. Мы откалибровали датчики и перепроверили расчеты, но действительность опровергает нашу теорию. Мы отметили расположение отсутствующих небесных тел на звездных картах. Может быть, мы узнаем больше, если изучим систему поближе. Так, ну он изучает у нас. Пускай изучает. Так, кстати говоря, что у нас там по лидерам? Чиновника можно нанять. Кто у нас там бездействует? Кто-то, я помню, хотел. Так, управляет, управляет. Нет приказов. А у нее планетарных нету никаких штук, поэтому смысла ее ставить. Она пускай в среде сидит себе и сидит. О, вот это у нас есть. Государство-советник, планета, лидер, планета, преступность. Вот эту можно поставить. Пускай сидит. Что у нас там с титанами? Так, а что завершилось, что я не вкурил? Колосс исследуется еще. А, титаны строятся. Так, доклад о политике на планете Рубрикатор Реликтовый. Наши информаторы в колонии Рубрикатор Реликтовый шлют нам регулярные доклады о развитии политической ситуации в колонии. Вкратце, тенденция в целом благоприятная. Местные правоохранители и политические агенты смогли малыми силами свести открытое инакомыслие к минимуму. В частности, непокорные фракции практически не смогли найти сторонников среди колонистов. В результате политическая ситуация в колонии остается под нашим контролем. Так. Патриоты заслуживают похвалы. Это надо похвалить по-любому. Т-34.
титаны строятся. Что-то много аномалий нашли. До раскопок быстрее дойти, чтобы забрать их себе. Так, система. Аномалии изучаем. Две штуки даже. Так, а этот у нас что отдыхает, что я не понял. Он у нас изучил. А, тут две системы еще есть учить. И это с драконом система. Так, а это кто? Какие-то уроды тоже строятся. Уруру. Давай-ка вот эту систему застраивать. Хотя, ладно, влияние есть. Этот подестроит там уже базу, да? Вот урод. Так, что мегасооружение построил? Ну давай, улучшение поставим. А что он производит у нас? А, производитель звезды. Ну и что там? А где производительность у него? Где вообще энергия? Короче, пока не ясно. Может, я ее впустую построил? Так, мне кажется, тебе, товарищ, надо... мегасооружение построить, научный комплекс. Место научного комплекса вон. Так, а где его воткнуть? Безжизненный мир. Здесь его воткнем, наверное. Оперативник дает о себе знать. Получено сообщение с устаревшего. С устаревшим набором секретных кодов, которыми мы пользовались для операций в Арманиканском звездном содружестве. Похоже, с нами пытается связаться списанный оперативник. В сообщении отсутствуют подробности, но код содержит намеки на доступ к сведениям о ключевых политических фигурах другого государства. Наши советники по вопросам безопасности подтверждают, что коды были действительно до недавнего времени, но они устарели и, возможно, были изменены другими государствами. Неизвестно, насколько правдивы оперативника и его послания. Давай спишем, я не знаю. По-моему, мы какого-то выручали. Давай спишем. Попробуем так. Не знаю, что за фишка с оперативником с этим. О. Мы получили еще одно зашифрованное сообщение из государства Арманиканское звездное содружество. На этот раз с использованием другого шифра. Наш предположительно пропавший без вести оперативник заявляет, что добытые сведения подвергают его жизни опасности. А еще он говорит, что если мы откажемся эвакуировать и выслушать его, то он может переметнуться. Ладно, давай подготовим отряд для эвакуации. Так, что-то разлом у нас. Место вылупления.
Дружелюбные птенцы. Приближение нашей сферы совершенно не вызвало страха. Возможно, из-за того, что в этой экосистеме просто нет хищников. Мы без труда взяли несколько проб и собрали осколки скорлупы под любопытными взглядами летающих детенышей. Оказалось, что кожа этих созданий действует как солнечная панель. Поэтому для насыщения им действительно достаточно солнечного света. Кроме того, они настолько устойчивы к высокому внутреннему давлению, что способны достаточно долго находиться в космическом вакууме, не испытывая каких-либо неудобств. Весьма вероятно, что в результате эволюции они обрели способность к долгим космическим перелетам. Ты. Классно. Аномалия. Урон планеты. Планеты были перемещены. А, это я помню. Аномальные гиперкоридоры, которые мы обнаружили в системе Гелита, были все связаны с тем местом, где мы ранее ожидали обнаружить планеты. Изучив эти странные коридоры, мы обнаружили, что все они ведут в одно и то же место, в звездную систему под названием Дача, которая ранее казалась недоступной. Но если объединить все эти тонкие гиперкоридоры, через них можно будет отправить научный корабль. Выяснить, конечно, выяснить. Дача, это круто. Так, физика. Дозорный комплекс. Давай выучим. Нас подставили, я так и знал. Похоже, мы поторопились с эвакуацией нашего предположительного списанного оперативника. Связь с отрядом, отправленным в Арбаниканское звездное содружество, потеряна. Мы начинаем подозревать, что никакого оперативника и не было. Все оперативники, связанные с этой операцией, ныне списаны. В результате наши возможности по проведению дальнейших операций в Арбаниканском звездном содружестве будут ограничены, пока агентурная сеть не восстановится. Эх ты, зараза. Уроды. Перехитрили нас, да? Так, и кто бы знал, что их надо это списывать, расстреливать там. Так, покровная буря. Так, что она там дает? Так, телепаты производства, опустошение. Это где это? У нас. У нас тут особо ничего нету. Ладно. Пистолет, направленный в голову Вселенной. Что это такое? Ведущие ученые во всех мыслимых отраслях науки предоставили свои окончательные предложения по оружию класса убийца планет, которым будут оснащены наши первые корабли типа Колосс. Мы можем выбрать одно из этих предложений для разработки на конечных этапах проекта Колосс. Так, убийца планет. Псионический излучатель озаряет мир светом божественной истины, превращая в истинно верующих тех, кто способен уверовать, и уничтожая тех, кто на это не способен. Во, вот это возьмем. Крупицы силы. Наш покровитель, исполнитель желаний, направил толику своей силы сквозь врата в покров. Конклав телепатов уверен, что благодаря нашей тесной связи мы сможем без вреда для себя поглотить и использовать эту силу. Мы отобрали несколько кандидатов, но лишь одному будет дарована привилегия обладать силой покровителя. Кому выпадет эта честь?
Так, ну этот у нас и так бессмертный. Давай археолога возьмем. Попробуем, вдруг бессмертие даст. Так, вознесшийся. Свершилось. Археолог получает всю силу, и все вокруг ощущают тяжесть псионического присутствия. Оно могущественно, оно вызывает уважение. Он с этого момента станет бессмертным избранником. Избранный исполнителя. Бессмертен. ЗРО плюс 2. Научные корабли, скорость изучения. Губернатор, стабильность, ресурсы. Губернатор сектора. Удаляет признак экстрасенс. Ну круто, чё. Атмосферная экосистема. Мы обнаружили в верхних слоях атмосферы газового гиганта Гелита 4 процветающую экосистему. Крупные существа парят в воздухе благодаря тому, что их тела заполнены легким газом и питаются энергией молний. В то же время эти создания поддерживают колонии более мелких животных, которые охотятся на атмосферный планктон и друг на друга. Так, нет приказов, давай дачу изучай. Изобильные миры. Вокруг каждой из трех звезд в системе Дача вращаются настоящие райские планеты, идеальные миры, каждый из которых способен поддерживать органическую жизнь. Первоначально мы предположили, что они необитаемы, исходя из отсутствия на них загрязнений. Однако более тщательное сканирование обнаружило на каждой из планет крупные города, простирающиеся по всей их поверхности. Что еще удивительнее, судя по всему, планеты, которые изначально сформировались в этой системе, вращаются только вокруг центральной звезды. Вокруг остальных звезд вращаются планеты из системы Гелита и других более отдаленных систем. Но как? Исполнитель желаний декаденства. Желания, внушенные нашим гражданам-исполнителям, сильны. Население государства обезумело от потребительства и декаденства, требуя все более эксклюзивных товаров, все более редких и изысканных продуктов питания. Бунты уже разгорелись в нескольких торговых районах, и, возможно, нам придется производить живой металл в большем количестве, чтобы утихомирить толпы. Потребляют живой металл. Ну, 296 у нас металла есть. Так, аномалии. Ну, одну единичку потребляет, ничего страшного. Так, что там с нашими титанами? Че, не достроились еще, что ли? Объединенные планеты Хабиндов. Изучение новых идеальных миров, как правило, памятное событие, но для команды Ребуч 6 оно растянется на несколько долгих месяцев. На нескольких планетах обитают весьма необычные, непосвященные существа. Они явно еще не вышли в космос, но их технологии производства энергии от возобновляемых источников не уступают самым современным нашим реакторам. Кроме того, необычное и равномерное распределение ресурсов. На каждой планете есть все необходимое для выживания, что должно быть невозможно.
мы видим, что товары, которые производятся только на одной планете, каким-то образом переносятся на другие без использования транспортных судов. Наблюдательный форпост. Это точно. Дача — интересная система. Автоматизированная добывающая станция. Мы обнаружили автоматизированную добывающую станцию на низкой орбите астероида LV-984. Отсутствуют крупные куски обшивки, а рваные отверстия указывают на урон от тяжелого оружия. Ремонту станция не подлежит, но можно разобрать ее на ценные материалы. Так, кто там чё? Кровавый суд. Поборники чистоты. Так, что-то с яйцом у нас. Нашу исследовательскую работу прервало возмущение в ткани пространства. Прямо перед нами неожиданно материализовалось существо колоссальных размеров. Больше линкора. Его мгновенно окружили игривые птенцы, снующие туда-сюда. Исходя из физиологического сходства, разумно предположить, что новый гость – взрослая особь. Изначально она проявила осторожность к нашей сфере, но затем успокоилась, увидев, что беззаботно резвящиеся вокруг детенышам ничего не угрожает. Спустя несколько часов в верхних слоях атмосферы открылся новый портал. Существо встрепенулось и, согнав молодняк в стаю, направило его в проход, после чего улетело следом, покинув наше измерение. После них остались только локальные волны пространственного возмущения, прибившие к сфере немалое количество звездных нитей. Классно. Так, ты говоришь, разлом исследован. Так, что-то у нас новое появилось. Фазового перехода, которая позволяет 180 дней скрываться в другом измерении. Один раз можно выполнить. Так, параллельное владение позволяет активировать вторую реликвию, не дожидаясь окончания следующего действующего триумфа. Не, ну это интересно. Так, выбрать что-то. Счастье. Подготовка лидеров. Колонии. Давай вот это псионическое возьмем, пускай будет. Париться не будем. Так, что-то галактический там. Чё они хотят? Изменение верности против, конечно. Они ничего не сделают. Так, лидер. Чё он у нас управляет планетой? Ну и пусть вторую. Так, а этому, я так предполагаю, надо... Не стал читать, что там. Вот, надо вот тут построить форпост. Потом вот тут. Потом в даче. Так, кто там? Вынос. Наладчик, что у нас он? Ветеранская черта, наладчик, разведка.
наблюдательность, секретные исследования. Ну пусть разведка какая-нибудь. Так, кто там что изучил? Вон, застроили все. Так, прыжковый двигатель. Так, скоро там проект Колосс у нас изучится. Исследование звездного разлома, первый этап. Так, что там в журнале? А вот, немножко еще осталось. Так, чиновник управляет колония 3. Так, губернатор планеты, производство, посол, ну, промышленник берем. Так, у нас что-то корабли отдыхают. Дребуч один почему-то отдыхает. Он что-то изучил тут. Я, по-моему, закрыл это, и он стал отдыхать. Так, а что у нас есть для изучения? Системки тут точно какие-то есть. Вот тут, например. Или там у нас какой-то есть этот дракон. А, нет. Давай сюда. А, покров. Это мы любим. Сохраняем. Так, значит, повышенное единство, сила оружия. Давай единство возьмем, что? Получен дар. Мощная энергия покрова хлынула в общую псионическую линию связи, которую используют все ребята. Мы никогда не ощущали большего чувства единства. 30%. Класс. Так, что у нас там с этими, с артефактами? О! Темп исследований. Мирного применения, увлечение древностью, славить разнообразие. Провозгласить религиозное откровение. Немножко продали. Что у нас где еще? Ну-ка на авто поставим. Угу. Пускай идет. Спрятанное убежище. В ходе исследования планеты-рубрикатора реликтовый отряд
планетарной разведки нашел тяжелую дверь, ведущую прямо в толщу горного массива. От сенсоров нашего корабля его скрыло созданное каким-то маскировочным устройством магнитное поле, а маскировка сделала вход невидимым для автономных исследовательских зондов, картографирующих поверхность. Серия направленных испытания показала, что подача постоянного потока энергии должна вернуть двери работоспособность, что в конечном итоге позволит открыть ее и посмотреть, что внутри. Крысы-клептоманы. Так, а откуда у них появилась деятельность? А, это из-за шпиля появилась. Нам надо жилье сейчас. Так, какие у нас тут решения есть? Так. Стимулятор роста. Ну, давай поставим. Антигравитационные разработки. Квинополис можно сделать. Что-то энергии у нас расходуется дофига. Тьма ждет. Это что? После подачи энергии механизм входа заработал. И нам понадобилось всего несколько манипуляций, чтобы выяснить, как работает дверь. Дополнительное топографическое исследование показало, что за ней расположено большое подземное хранилище. Инопланетные устройства покрывали каждый квадратный сантиметр стен. Даже огромные поддерживающие потолок колонны слабо излучали энергию. Учитывая энергетическую активность и отдаленное сходство с нашими собственными технологиями, можно предположить, что это подземный производственный комплекс. Узнаем секреты. Взорвите вход. Узнаем секреты, конечно. Так, тут что? Давай бункеры поставим и... Пускай верфи будут все. Кто там? Дрон добывающий какой-то. Понятно. А что, вы меня заперли, что ли? Ладно, разберемся еще с этими дурачками. Смена принципов вода. После долгого периода, в течение которого фракция Конклав Духовного Искупления пользовалась все большей поддержкой, вода наконец приняла ее вместе с основными
ценностями и политикой. В результате привлечения этой фракции в наше правительство, оно теперь более явно исповедует принцип спиритуализм. Ну и отлично. Так, я так понял, у нас Титан появился. Так, третий Титан строится. Ждет назначение министр обороны. Так, погодите. Так, министр обороны. Так, что у нас тут есть для кораблей? Агрессивность, знания. Ну, пускай вот это вот Талота идет. Титаны назовем. Так, исчезновение. На первоначальном этапе исследования комплекса на планете Рубрикатор реликтовые ученые нанесли на карту его вход. Первое помещение в нем представляет собой простирающийся вглубь горы гигантский зал с несколькими ответвлениями, уходящими еще дальше. Высеченные из камня колонны украшают изящные таблички с изображением инопланетной расы, предположительно построившей это место. Мы не можем расшифровать их язык, но эти произведения искусства повествуют о войне, борьбе и грандиозных свершениях. Гораздо хуже то, что во время недавних работ пропал целый строительный отряд. После сообщения о странных звуках в темноте он просто исчез. Ситуация может выйти из-под контроля и требует решительных действий. Удвойте охрану и найдите их. Конечно, надо искать. О, нифига себе, что это такое? Привет, привет, последующий. Мы снова рады приветствовать вас в системе звезды Гаргантюа. Ох, вы другие, верно? Вас так много, вы так похожи на наших предваривших, но так отличаетесь. Мы просим вашего содействия. У вас есть ресурсы для нашего проекта. Кольцо поможет нам, но до него трудно добраться. Дорого, понимаете ли. Что за предварившие? Да, для тех, кто положил нам начало. Тех, кто положил нам начало. Полагаем, их можно назвать цивилизации, но, честно говоря, такой термин нам всегда казался немного претенциозным. Они исчезли примерно четверть галактического года назад. Нам очень жаль, мы совершали ошибки. Кольцо помогло бы нам воссоздать их примерно такими, какими они были, но нам нужны ресурсы. Кольцо? Да, странное кольцо, временная петля, ненасытная. Оно упоминало о вас, кажется. Или о ком-то из вас. Вас очень много. Что было, будет. Или, во всяком случае, так оно нас уверяет. Оно может восстановить наших предваривших в той или иной мере. Ладно, допустим, если мы это дадим. А это у нас этот, как он называется? Что было, будет, там червь какой-то должен быть. Ну давай. Последний долг последующего. Что у нас там за корабль? Ладно. Техносфера поглощает ресурсы без благодарности или каких-либо сообщений.
Она начинает излучать энергию, достаточно яркую, чтобы представлять опасность, и вы удаляетесь. Черная дыра реагирует, пространство вокруг нее изгибается и скручивается, что совпадает с архивными данными о событиях, связанных с сигналом горизонта. Теперь техносфера стала бело-голубой, внезапно она вспыхивает и охлаждается, оставляя только шлак. Произошло ли восстановление ее предваривших создателей? Следов разумной жизни в системе нет, однако сенсоры обнаруживают необычные организмы гиперэкстремофилы на низкой орбите вокруг черной дыры, нежащиеся в ее излучении. По словам ведущего ученого, ранее их там не было. Впрочем, никакого доказательства их разумности нет. Возможно, это далекие потомки создателей техносферы. А может быть, они предки создателей? Вечная жизнь. Ребуч один. Что он изучает, да? Так, физика. Давай урон возьмем. Разлом. Заброшенный комплекс. Это у нас новый разлом. Мы проникли внутрь заброшенного научно-исследовательского центра. Пол, стены и другие поверхности здесь покрыты густым слоем пыли. Очевидно, сюда уже давно никто не заходил. Не видно и работников центра, ни живых, ни мертвых. Если кто-то и отвечал здесь за поддержание порядка, то от него не осталось даже следов. Вдоль стен расставлены прочные полки, на каждой из которых покоится крупное яйцо. Многие из них уже сгнили, какие-то сильнее, какие-то слабее, однако нам удалось найти несколько еще живых экземпляров. В центре помещения стоит открытый контейнер, заполненный бледной густой жидкостью. Анализ показал, что в ней содержится большое количество протеинов и аминокислот. Судя по отложениям, оставшимся на некоторых яйцах, работавшие здесь исследователи вводили эту жидкость внутрь испытуемых экземпляров. Поискать смотрителей этого центра. Вскрыть яйцо. Давай вскроем, будем по сложному пути идти. Интересно же. Гаргантюа. Угу. Так, я думаю, тебе надо ребуч один. Мир окопов. Может быть, отправиться на раскопки? Или... Наверное, лучше поизучать системы здесь. Давай системы поизучаем. Так, ребут 6, нет приказов. В даче строим форпост. И потом мы этого тогда сюда отправим на изучение. Титан строится третий. Так, что там? Рост безработицы. На планете колония 4 реликт, безработица и нищета распространяются с угрожающей скоростью. Это печальное состояние дел идет на пользу местным преступным организациям, которым с лихвой хватает легкой добычи и отчаявшихся новобранцев. В качестве временного решения мы могли бы повысить пособие по безработице на планете. Это обойдется недешево, но даст нам дополнительное время для поиска более долгосрочного решения, например, создание большего количества рабочих мест или повышение уровня жизни затронутых групп населения. Мы также могли бы ничего не делать, но это, вероятно, приведет к появлению серьезного преступного мира на планете колония Реликт 4. Так. Мы пособие точно даем, и давай по планетам пройдемся. Так, на основной планете у нас что? Население 76 максимум.
91. Ну а что, у нас никаких этих нету. Улучшение поставим. Потом лишение, что у нас? Остановить надо это. Прирост населения. Так, артефакты поставим. А это что? Так, ладно, здесь разобрались. Колония вторая. Угу. Так, центр гиперсвязи. Звездная воронка. Так, это мы что-то на пищу ставили, да? Ну, тут есть виды деятельности еще. Тут особо париться не надо. Можно построить какое-нибудь здание. А надо нам это здание какое-то, нет? Цитадель веры. Давай для прикола построим. Для государства лимит один. Так, допустим, тут нормально все. Колония один. Вот деятельности здесь два. Ну, два городских построим. Так, по сооружениям. Так, энергорайонов у нас нет. Можно еще на на сплавы строить. Ну давай на сплавы построим. Три штуки. Еще три давай. Пускай будет офигенное производство сплавов. Так, допустим, тут нормально. Что по решениям? Так, блага вроде есть. Короче, ничего больше не надо. Так, здесь планетка с красными жуками. Так, деятельность есть. Так, какое-нибудь сооружение воткнуть. Нумское святилище. Давай звездный сифон поставим, что ли. Все остальное, в принципе, тут есть. Ну и что, на сплавы построить? Пускай будут сплавы. И, в принципе, энергетических настроить. Вот, будет нормально. Так, тут... Теперь здесь. Вот тут у нас безработица. Так, сифон улучшаем. Райский купол, жилье есть. Ну давай один городской. Потом что мы тут будем делать? Минералов поставить, подобывать, что ли? Энергетических три штуки. О, так, потом расчистка. А тут не надо расчистку ставить. Так, по сооружениям что можно воткнуть?
Биореактор. Давай один поставим, раз они потребляют. Бункеры поставим. Так, это что? Товары спроса, блага и исследования. Гражданские предприятия поставим. И тогда вот это вот товары спроса. Вот. Пускай, короче, строительство есть. Деятельность там скоро появится. Так, здесь еще с колонией. Тут жилья нет, но район строится. Так что сейчас все будет. Ладно, все нормально. Так, я хотел с драконами разобраться, вот с этим с эфирным, но надо титана, мне кажется, достроить. О, проект колосс завершен. Монументальная задача по разработке самой крупной оружейной платформы в истории ребятской, ой, расы и ее оснащение установкой Божественная Длань дал хорошие результаты и близок к завершению. Божественное стимулирование. Вировандийское сообщество. Мы обнаружили непосвященную инопланетную цивилизацию на планете Цветущие поля в системе Трабалор. Она достигла уровня развития, аналогичного Железному веку. Форпост, говоришь, надо. Хорошо. Так, давай-ка иди сюда на раскопки. Ты строй форпост сюда. Рабочие найдены, отлично. Один из наших поисковых отрядов сообщил, что они нашли пропавших рабочих. Как оказалось, в убежище до сих пор действуют ловушки и устройства, заключающие незваных гостей в коробке из движущихся стен. Все невезучие рабочие погибли в ловушке. Граждане нашей державы удручены таким поворотом событий, но, по крайней мере, теперь мы знаем, чего нам следует остерегаться. Эх, зараза. Ну и ладно. Так, а ты погоди-ка, ты построй тут сначала мне станции все. 6 аж на наблюдательных, ничего себе. Раскопки. Так, реликвию какую мы возьмем? Ну вот эту будем брать. Очки брони 40%. Так, подо льдом это где? А, это новая раскопка. Так, аномалия.
физика. У нас что тут есть? Компонент, глобальный ускоритель. Что это такое? Вокруг планеты создается экранирующее поле, которое образует постоянный непроницаемый, если не считать лучей света с определенной длиной волны, барьер. Что это такое, интересно? Давай выучим. Так, какой у нас там год? 82-й. System survey complete. Так, ну этого я туда уже отправил. Тогда отменить. Так, физику берем. Так, что-то с разломом. Квантовые паразиты. Мы открыли яйцо, показавшееся нам наиболее здоровым. Находившийся внутри зародыш оказался истощенным и покрытым чужеродными паразитами. Что любопытно, эти паразиты проявляют невероятные квантовые свойства, не наблюдающиеся у других известных нам биологических видов. Они беспорядочно перемещаются в пространстве внутри яйца и, возможно, даже внутри зародыша. Должно быть, конкретно этот экземпляр особенно устойчив к паразитам, учитывая, как мало жизнеспособных яиц уцелело в лаборатории. Мы установили, что паразиты прибыли сюда из другого, очень далекого измерения. Вероятно, в лабораторию они попали случайно, нарушив ход всех исследовательских работ. Чан со странной жидкостью в середине помещения почему-то представляет для них особый интерес. Возможно, именно из-за него они здесь и оказались. Впрыснуть жидкость в яйцо. Применить эвтаназию к оставшимся существам. Блин, и что делать? Ну давай жидкость. К оставшимся это каким? Но если они говорят, жидкость уже впрыскивали, давай попробуем эвтаназию применить. Все-таки это как-то более иррационально, нелогично. Интересно, что будет. Узнаем, прочитаем. Корабль-призрак. Сканирование поля обломков в системе ИЛОС завершено. Мы никогда раньше не сталкивались с подобной химической структурой. Феномен одновременно обладает как органическими, так и биогенными характеристиками. Нам пока не удалось установить связь между полем и странным кораблем. На борту нет признаков жизни или каких-либо энергетических сигнатур. По сути, перед нами самый настоящий корабль-призрак. Жуть. Давай изучаем проект. Так, а этот что у нас тут отдыхает? Ну-ка, если его направить, систему изучать, куда он пойдет? Сюда помогать, что ли? Ладно, тогда не надо. Тогда не надо. Раскопки ему найти какие-нибудь. Там у нас одни есть. Вот здесь. Слишком много углов. Пускай идет копать. Этот у нас бессмертным стал. Классно. А чё я не понял, чё он полетел сюда? А, я через shift его, наверное, назначил. Ну ладно.
totally foul. Корабль-призрак. Так, это у нас кто? Это самый главный крутой ученый у нас. Судьбу выбрать. Скорость изучения. Ну, изучение сейчас уже, считай, не надо. Все системы поизучены уже. Скорость изучения, световая, шанс уклонения. Ну, давай вот это вот. Зал памяти. Мы проникли в коридоры убежища на планете Репликатор Реликтовый и обнаружили большой зал, в котором нет труб и машин, расположенных вдоль стен прочих помещений. Похоже, он был построен с особым тщанием. Его украшает множество отлично сохранившихся статуй, изображающих двуногих существ. За исключением отдельных деталей, все они выглядят почти одинаково. К сожалению, мы не можем определить точное назначение этого зала, но можем предположить, что он служит данью памяти неким историческим деятелям. Занесите полученные сведения в архив. Так, что-то с разломом. Ты аномалию учи. Так, в разломе. Заброшенный комплекс. Это существо уже никогда не смогло бы вести полноценную жизнь, а заразившие яйцо паразиты слишком опасны, чтобы выпускать их за пределы разлома. Следуя инструкциям по предохранению от заражения, мы умертвили все обнаруженные образцы с помощью соляной кислоты и теперь возвращаемся на борт с пробами для исследований. Отлично. Так, кто-то что-то там... А что он хотел? Так, он у нас разломы изучал. А, разлом полностью исследован. Разлома нету больше. Что, он не летит никуда или что? Нет, летит куда-то. Упавшие исполины. Полное сканирование объяснило причину странного состава металлов на Сокаль-4А. Она является местом крушения десятка огромных космических кораблей, размерами превышающих все, что мы можем себе представить. Они были созданы несколько миллионов лет назад. А что он хочет? Где-то разлом есть, нет? Так, разлома нигде нету, он просто так гуляет, получается. Так, дитя Убуме, почти как Обеме, только Убуме. Изучив судовой журнал, ученые выяснили, что покинутый корабль назывался Убуме. В системе ИЛОС его экипаж проводил научный эксперимент по созданию синтетической формы жизни,
В результате несчастного случая вся команда была уничтожена. При прорыве контейнера с антиматерией погиб и новорожденный. Во всех системах корабля мы также обнаружили присутствие псионической энергии. Это позволяет заподозрить, что за катастрофой стоит нечто большее, чем обычная неисправность. Не исключено, что синтетическая форма жизни сама обладала скрытым псионическим потенциалом, что ее призрак завладел судном за несколько секунд до аварии. Мы можем предположить, что зародившееся сознание до сих пор тщетно разыскивает свою мать. К несчастью, у нас нет возможности установить с ним контакт, и, видимо, призрак Илоса обречен странствовать по системе и дальше. Так это печально. Так, что они там хотят? На каникулах? Так зачем они вообще высвечиваются? Так, разлом исследован, это отлично. Физика, давай усилитель щитов. Так, а что нам делать? Может, осматривать системы можно? Нет приказов. Так, аномалии, может, какие есть пропущенные? Да, есть. Где? Где-то далеко. Отлично. Так, что у нас тут, товарищ? Орден Нумы. Не надо ничего, отстаньте. Пропост, и потом и вы тоже отстаньте. Так, вот это потом возьмем, разлом появится. О, у нас, кстати, появилось звездное экранирование, открывает новые указы. Призвать могучую флотилию. Давай пока вот это вот возьмем, указы, и все, чтобы это самое израсходовать. Потом сифон возьмем. Строительство научного комплекса, отлично. Мы сейчас затеяли грандиозное начинание по строительству научного комплекса. Уже есть фундамент и ведется подготовка к возведению главной станции. Перед нами открываются перспективы новаторских технологий и реализации идей за пределами самых смелых фантазий. И хотя впереди еще долгий и тернистый путь, мы уже сделали первый шаг. Сможем ли мы наконец получить доступ к бесконечным тайнам Вселенной? Так, давай взглянем на это дело. Ну, улучшать, конечно, будем. Блин, энергию надо строить где-то. Давай, что там, 15 тысяч сплавов, да? Пускай надо улучшать. Долго будет, но... Так, нам надо... Энергию срочно. Так, этот у нас заперт. Так, расформируем его тогда, да и все. Так, этот что может построить? Что у нас не занятое есть? Так, давай автоматизацию попробуем включить. Будет он что-то искать, нет? Да, будет. Ну, это не так круто, конечно, но... Так, этот товарищ сюда форпост, и потом дадим приказ ему. Уровень 2 специализации бастиона. Это круто.
Бастион — это подданный специалист, сконцентрированный на военных достижениях в ущерб производству базовых ресурсов. Ничего не понятно. А эти ничего не платят, типа? Или эти платят нам? Сюзерен предоставит подданному субсидии в размере 45% от его ежемесячного производства. То есть это мои ресурсы ему идут. Не, ну и пускай идут. Ладно. Так, вот этот что у нас делает? А, этот у комплекса пускай будет тут. Так, этот что? Вот этому надо строительство начать. Так, потом тут форпост делать. И тут что-то у нас неизученное. И тут раскопки еще есть. Надо быстренько системы эти забирать и энергию настраивать. И... Приближается землетрясение. Наши сейсмографы предсказывали скорое землетрясение на планете Рубрикатор Реликтовый. Большинство рабочих эвакуированы в безопасное место, но одна группа оказалась в дальнем зале, которому грозит обрушение. Они сообщили, что помещение находится два древних механизма, большой, громоздкий и уходящий под землю, и второй, прикрепленный к стене посредством нескольких труб. Мы не можем сказать, играют ли они для сколько-нибудь важную роль для комплекса. Рабочие хотят использовать одну из этих машин, чтобы подпереть потолок и предотвратить обвал. Так, трубы или механизм? Давай механизм попробуем. Так, физика. Ага, прочность щитов пускай учит. Меры безопасности. Наши рабочие успели разобрать машину и использовали ее детали, чтобы укрепить потолок. Но какой ущерб они нанесли при этом комплексу? После демонтажа в полу осталась дыра, через которую видно прочие механизмы. Прямо сейчас оценить возможные последствия этого действия невозможно. Он заговорил. Мы получили сообщение от одного из наших лучших экстрасенсов. Узнав о событиях в системе Иллос, он самостоятельно отправился туда, чтобы установить контакт с псионическим сознанием, заточенным на борту корабля-призраки Убуме. Ему удалось сделать это после нескольких месяцев мучительных попыток. Хотя синтетическая форма жизни обладает лишь зачатками словарного запаса, она смогла выразить себя через эмоции и впечатления. Одиночество младенца было очевидным, как и его радость от того, что он наконец-то установил контакт с сознанием, похожим на его собственное. Теперь корабль игриво резвится в системе Илиос, радостно лопоча что-то каждому, кто способен его услышать. Счастливый конец для этой истории. Отлично. Караванщики. Старый и дефективный. Пусть сгорит, упав на солнце. Неохота мне ничего разбирать. Так, эти колонизируют. Тут что-то. Ассимиляторы.
Так, всем все строить. Сюда строить. Здесь строить. Потом чё? Потом здесь строить. Здесь. Здесь кучу всего строить. И самое главное, на вот этой даче Ангелита еще строить. У него задач будет. Что это у нас? Репстрой 4. Ладно, ну что ж, на этом остановлюсь. Потом доиграю.